Пьеса называется «У печальки есть терзайки». Светящаяся надпись. Тихо. Идет съемка. Студия телевидения, где идет запись передачи «Диалог добра и зла». Ведущий передачи приветствует вошедших добро и зло. Ведущий довольны. Рассаживайтесь. Наконец-то вы оба прибыли. Вас ждали давно. Анонс этой передачи 2 года назад мы запустили на нашем канале «У печальки есть терзайки». Теперь внимательно меня слушайте, не перебивайте. Я задаю каждому по 2 вопроса. Потом каждый из вас задает по 2 вопроса друг другу. И мы подводим итог. Ну, давайте с вас, ведущий кивает в сторону добра. Вопрос добру. Вам не обидно, что вы добро побеждаете только в сказках, а в жизни добро? В жизни я всегда, как люди говорят, лузер. Мое пространство то сжимается, то расширяется, но минимально. Ведущий. Ваш враг зло, он винер, всегда победитель. Добро. Зло вовсе не мой враг. Порой мы оба подведем итоги. Зло меня утешает в моих поражениях, объясняет, что я добро скучно и привычно для людей, что во мне жизнь не играет своими красками, и людям я добро просто неинтересно. Ведущий, оригинальное и неожиданное суждение обращается к злу. Вот добро определило вас как игру жизни, ее многообразие, привлекательности. Но по результатам людей вы заманиваете своей яркостью, чтобы погубить зло. А это их выбор. Кому они дарят свой поступок, мне или добру? Если мне, то удовольствие хоть какое-то, но сразу. Если добру, то изо дня в день одна скукота. Ни туда не смотри, ни то не делай. Одни запреты. Я людей избавляю от безумия однообразия. Ведущий, а то, что в результате вашего заманиловки удовольствие получает за счет обязательных жертв, зло. Конечно, но во всем, как говорится, свои издержки. Ведущий. Теперь ваши вопросы к друг другу. Добро. Вопрос злу. Тебе не жалко твоих жертв? Зло. Нет. Но они ярко, насыщенно почувствуют жизнь. Добро. А когда количество жертв растет и растет, зло. А этим я и даю, где ты, добро, должно расширять, увеличивать свое пространство. Ведущий, обращаясь ко злу. Ваши вопросы добро, зло. А, ведь мы, добро, согласись, мой старый товарищ, мы идем всегда везде вместе, сменяя друг друга. Я бы сказал, отражая друг друга. Ведущий. Браво! Оригинальное, сверхоригинальное суждение. Прошу телезрителей обратить на него
особое внимание. И обязательно оставьте свои комментарии. Добро, так есть. Только ты зло, ведущий, а я ведомый. Ты в авангарде, а я плетусь где-то в хвосте. Зло, не вешай носа, не мрачней. Порой и ты на вершине успеха. Добро, это так, но как быстренько мой успех, ты зло, просто заглатываешь. Быстрые смены времени, ведущий. Да, совсем неожиданное мы увидели. Дорогие наши телезрители, первых действующих лиц великой пьесы под названием «Жизнь». Как приговаривала моя бабушка, у печальки есть терзайки. Хочу процитировать под конец передачи стихи автора этой пьесы. Бумажный змей смеялся надо мной, он мне кричал: «Я неземной, в глаза людские посмотри, оттуда выплывают их миры». Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. У печальки есть терзайки.